11 июля финансовое управление администрации Каспийска провело рейдовые мероприятия по выявлению правообладателей, не зарегистрировавших свои домовладения. На этот раз проверка прошла в микрорайоне Кирпичный. На данный момент находимся на 10-й линии микрорайона Кирпичный. Эта линия попала на 24-й год капитальный ремонт автомобильной дороги. Из 20 домовладений где-то порядка 10 домовладений не имеют права собственности на свои индивидуальные жилые строения. При проверке собственниками проводились разъяснительные беседы о важности постановки на кадастровый и регистрационный учет домовладений. А тем жителям города, с которыми не удалось поговорить, были отправлены уведомления. Проводил рейды заместитель начальника финансового управления города Каспийска Камиль Мамаев совместно со специалистом отдела муниципальной контроля Чараком Худайнатовым. Хотим обратиться очередной раз к жителям города Каспийска, чтобы они не тянули с регистрации своих домовладений, так как уже скоро законодательно будет уже обязательной нормой регистрация права собственности. Напомню, что проходят подобные проверки еженедельно.